Кому, как не нам, родителям, быть внимательными к безопасности наших детей? Если вы видите поломку на детской площадке или вам просто не нравится, что облезла краска, обращайтесь в службу спасения детских площадок. Такая есть в нашем округе. Точнее, служба содержания и благоустройства территорий городского округа Щелково. Безопасность маленьких граждан требует особого внимания, поэтому быстро устранять поломки на детских площадках очень важно. Сотрудники службы каждый день объезжают территории для проверки. Для большей эффективности в ведомстве разработали новый способ связи с горожанами. Теперь на игровых элементах можно заметить наклейки с QR-кодом. Если вы заметили поломку элемента или любые другие недочеты на детской площадке, можно оперативно известить об этом службу по благоустройству города. Наведя телефон на QR-код, перейдите к переписке и сообщите о проблеме. Много людей пользуются, и это очень рабочий момент. И нам очень удобно в том, что мы знаем, где можно отремонтировать. Главное – точно указать место, где находится площадка. Сообщение может быть в виде текстового письма. Для большей информативности лучше приложить фото. Лучше, конечно, с фотографией, чтобы мы понимали сложность поломки и что нам для нее нужно изготовить. Сотрудники службы каждый день выезжают на места, красят, ремонтируют, при необходимости меняют элементы. Говорят, что, к сожалению, бывают случаи вандализма и использования детских качелей-каруселей взрослыми. Служба содержания и благоустройства территории городского округа Щелково следит за порядком. Но и нам, жителям города, надо не забывать – это наш дом, и нам его беречь. Галия Вахитова, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.